привет! Вы находитесь на канале Kashin & The Vape. И сегодня у нас на обзоре будет знаменитая линейка жидкости, можно сказать, даже легендарная линейка жидкости, которая называет себя Neville's Choice. У меня на обзоре, можно сказать, тест-пак. Вообще жидкость приходит в чапе горилла в флаконах объемом 120 мл в картонной упаковочке и с ватой, которая называет себя Puff Slab. Но вот, собственно, дизайн вы можете увидеть и, в принципе, на такой вот 15 или 20 мл бутылочке. Ну, рассказывать про эту бутылочку смысла нет, в принципе, вся необходимая информация. И меня всегда доставляла сам рисунок, это такие вот корабли, не знаю, пароходы, если это можно назвать, название самой компании, название самого вкуса. Пробовать жидкость я буду на дрипке Wasp Nano. И первый вкус из этой линейки, который мы попробуем, называет себя Аврора. Знаете, это в принципе стандартный клубничный чизкейк, стандартный из стандартных. Ничего нового, прям такого сверхъестественного я здесь не увидел. И, ну, я не знаю, сказать, что он насыщенный, он не особо насыщенный. Это просто какая-то легкая выпечка с небольшой ноткой клубники, что ли. Ну, вот такое какое-то сочетание чизкейка. Это не какая-то ядреная выпечка. Следующий вкус, который мы пробуем, называет себя Диана. Чем-то напоминает сладенькую грушу с какой-то небольшой горчинкой, похоже на выпечку. Это действительно какая-то выпечка, похоже на какой-то, может, грушовый, что ли, пирог. Груша здесь есть, но она довольно странная. Странная из-за того, что здесь присутствует горчинка. Горчинка, видимо, от косточек из-под груши, ну, не знаю. Вот, поэтому это выпечка, груша и горчинка. Горчинка, кстати, присутствует на послевкусе. Либо это кожура от груши какая-то. Ну, вот это жесткая сама кожура, которая дает вот эту горчинку. Следующий вкус, который я буду пробовать, называется Эмеральд. Какие-то нотки тропических фруктов. Либо это папайя, может быть, это драгонфрут. Хотел сказать манго, но нет, это не манго. Он не противный микс. Интересный, он экзотический. Он такой какой-то легкий, чем-то похожий на какой-то свежо там выжатый, не знаю, сок. Но это не напиток, это чисто вот какие-то фрукты. Это просто какие-то экзотические фрукты. Хотелось сказать, что здесь может быть немного дыни, но, скорее всего, вряд ли. Это просто вот какие-то вот из этих экзотические фрукты. Довольно приятный микс, но как будто чего-то не хватает здесь просто. Следующий микс, который я пробую, называется Палада. Здесь 100% присутствует орех. Орех не воняет саной какой-то грязной тряпкой. Это приятный орех. Я скажу вам больше, без горчинки. И чем-то это напоминает выпечку, либо на какую-то, что ли, орех с клубникой, как будто. С каким-то фруктом. Либо, может, ну нет, это не земляника. Ну, скорее всего, это орех с каким-то фруктом. Горчинки здесь самое, что интересное, нет. Следующий вкус, который я пробую, называется Pearls. Очень приятный, насыщенный, какой-то кремовый десерт. Возможно, это какое-то пирожное с кремом. И чувствуется немного ванильки. Такой хорошо, сладко, насыщенно сбалансированный вкус. Крема я очень люблю, крема мне нравится, поэтому здесь бесспорно. Нотка ванили присутствует на вдохе, на послевкусе ее минимум, а вот крем сопровождает все время. И какая-то отдаленная нотка десертности от выпечки здесь присутствует. Но что-то выделить, да, какое-то определенное, там чизкейк, пирог, не знаю, там пирожное, нельзя. Здесь точно есть крем, точно есть ваниль. Ванили мало, крема достаточно много. Следующий вкус, который я попробую, называет себя HMC Mercury. Не знаю, к чему это отнести. Уж очень больно ощущение того, что этот микс раньше где-то я пробовал. Ну, скорее всего, я в любом случае пробовал, но мне напоминает это чем-то сериал. Это какие-то как будто либо фруктовые колечки, либо, не знаю, что-то в этом роде. Довольно вкусно, довольно приятно. Есть также какой-то крем, какая-то нотка выпечности. Вообще, выпечка — это такая штука. Некоторые постоянно, кто не парит выпечку, постоянно хейтят и говорят, что выпечка однообразна, в выпечке ничего нет. И, в принципе, может быть, да, с этим я соглашусь. А
допустим, с чем-то не соглашусь. Она вроде бы разная, но в какие-то нотки ну довольно сложно выделить. Вот я сейчас, да, чувствую выпечку, какой-то крем, но похоже это на сериал, то есть, ну, вот такое какое-то двоякое чувство. И последний микс из этой линейки, который я попробую, называется Rainbow Warrior. Скажу сразу, это очень хорошо заметные конфетки Skittles. Они есть, но я вам скажу так, я пробовал неоднократно конфетки Skittles, и получалось это полное днище. Они были либо переоромлены, либо перенасыщены. А здесь такое двоякое чувство, это вроде бы конфетки, но они не давят. Они, то есть, на каком-то там заднем фоне. Вот, что-то как-то это все дело превращает в жвачку, либо какую-то конфету может быть. Ну, понятно, Skittles, конфета там, ну это в какую-то другую конфету, какую-то яркую там, фруктовую, непонятную какую-то конфетку, вот такую, может быть даже с небольшой кислинкой. Вот, и поэтому этот микс тоже довольно годный, только из-за того, то, что конфеты сами Skittles здесь не переоромлены, не перенасыщены, не химозны никакие, они на заднем фоне. И какое-то представление, когда паришь этот микс, составляется, типа, да, это конфеты Skittles, но в тот же момент они фруктовые и похожи на какую-то жвачку. Ребят, подводить свои итоги и ставить какой-то топ я не хочу. Я очень давно ждал эту линейку на обзор. Ко мне друг, он жил в другом городе, он пробовал эту линейку и постоянно мне говорил, что, допустим, парить некоторые миксы, там, с утреца, с кофе, с чаем, вообще прям идеально. И, к сожалению, у нас в городе их не продавалось и на данный момент, по-моему, даже не продается. Поэтому, увы и ах, я попробовать их, к сожалению, моему не мог. На выставке на Vape Expo я встретился с производителем и узнал то, что они возобновили производство этой линейки. Возможно, она не продавалась только потому, что линейка просто перестала существовать. И где-то, может быть, год, может быть, несколько лет назад ребята просто бросили свой проект и, собственно, стали. Ребята сказали им, давайте типа, ну, будем по новой, давайте возобновим линейку. Они сделали очень неплохой дизайн, точно такой же дизайн, но они его обновили, сделали посвежее, и он очень мне нравится. Название мне нравится, название как будто реально подходит под название каких-то кораблей. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому выставлять какой-то топ я не хочу, мне нравятся все миксы. Даже тот второй или третий микс, который я пробовал, фруктовый, мне он тоже нравится. Огромное спасибо ребятам из компании Pro Pride Vape за то, что предоставили эту линейку жидкости мне на обзор, извиняюсь, легендарную линейку жидкости Neville's Choice мне на обзор. Большое спасибо вам за это. Все необходимые ссылки на ребят я оставлю в описании под этим роликом. Также поставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал, ставь в комментариях, пробовал ли ты старую версию этой жидкости, либо уже успел попробовать новую версию этой жидкости. И всем спасибо, до новых встреч и пока.